Астропрогноз на 18 декабря. Овен. Препятствие, которое возникает у вас на пути, заслуживает серьезного внимания. Разберитесь во всем, прежде чем идти дальше. Телец. Чтобы получить желаемое, иногда достаточно всего лишь попросить об этом. Сегодня как раз такой день. Близнецы. Стоит заняться физической работой, уделите время своему здоровью. Рак. Вам удастся найти отличного профессионала из сферы услуг, которого вы так давно искали. Лев. Займитесь вопросами, связанными с предстоящими праздниками и выходными. Дева. Будьте готовы провести в официальных инстанциях больше времени, чем рассчитывали изначально. Весы. Вы не представляете, чем занимаются ваши подчиненные, поэтому не следует принимать поспешных решений. Скорпион. Вам рекомендуется заняться тем, что действительно важно. Несмотря на вашу неуверенность, у вас все получится. Стрелец. Ваша универсальность пойдет на пользу. Вам удастся все устроить наилучшим образом. Козерог. Вы можете испортить отношения с близкими из-за своего невнимания и эгоизма. И исправить ситуацию будет совсем непросто. Водолей. В этот день вы можете рассчитывать на интересное знакомство, как деловое, так и личное. Рыбы. Занимайтесь только теми вопросами, которые можно решить сразу же и без подготовки.